Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Событие «Клановый сундук», оно у нас закончилось, и мы забираем награду. Кстати, я сделал почистку клана, так что места есть, можете заходить. Так, ну что там такое, ну что за подвесоны? Кстати, я не знаю, когда я делал зачистку в клане, у меня тоже очень долго зависало. 400 монет, дальше нам Бумзи выпадает. Домохозяйка Анжела, дымчатая попка, рабовладелец Мок, паучья попка и ярость. Вот такая вот награда, друзья. Ну что, переходим сюда, открываем опять сундук. 74 монеты, шаропопка, Янси, наивный Буба, отмар-отшельник и курица летающая. Так, следующий ящик с тобой активируем. Ну, здесь мне, в принципе, ничего не надо. Так, ребят, здесь, как ты знаешь, никаких дурачеств нету. Тут ничего не повторяется. Тут все очень-очень сложно. Поэтому давай смотреть. Так, мастер арены левел 12 против нас. Так, смотри, Янси есть. Янси. Слушай, а мы без танка, что ли, с тобой здесь играем? Ну, мне кажется, что тут надо брать другой немножко отряд. Скорее всего, хотя, кто его знает, давай попробуем. Если что, против Янси у нас пойдет цветочный дедуля, да? Плюс у нас здесь отравление есть. Вот этого надо будет контрить робота, чтобы он нас тут не разбомбил издалека. И, как мы видим, заклинаний у него абсолютно никаких нету. То есть шанс на победу, в принципе, есть. В принципе, есть. Так, главное надеяться и верить, что все будет хорошо. Слушай, ну дедок, дедок очень хорошо борется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотя, подожди, нормально все. Нормально. Давай-ка вызовем заклинашку нашу. Давай-давай-давай-давай-давай. Этого старичка, точнее этого Янси. Он крепкий здесь. Найс. Ну смотри, что происходит. Ты посмотри, что происходит. Гринч, выходи. Цветочный дед. Обалденно. Ну тут ты сам понимаешь, да? У врага шанса вообще тут на победу нету. Просто нету. Да как бы и все, в принципе-то. Осталось только заколоть. Да. Ну что, сундучок. Естественно, ничтожные награды. Но нас интересует больше все-таки не это, а то, как мы с тобой продвигаемся. И мы переходим с тобой. Да ёк-макарёк. Да хорош своими этими. В плане, я же уже забрал, вот чё. Опять мне события клановый сундук дают. Блин, и вот опять вот это вот зависание. Дурацкое. Как только что-то связано с кланом или с событиями, или вот сюда заходишь, в эту ячейку начинает вот это вот зависание. Так, а здесь у нас... нифига себе. Слушай, у него тут очень много танков, плюс два стрелка, я вижу, да? Это крот и робот. Против этого кто у нас? Ну, тут, в принципе, любой может сразиться. Против Рози, да? Рози вроде бы его звать. Ну, основной, конечно же, это наш вот этот дедуля. Так, стоп, 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 стоп. И Анжелу он сюда еще позвал. Ой-ой-ой, это не очень хорошо. Блин. Так, молодец, правильно, бомби. Бомби своих, чтобы чужие боялись. Давай, старичок, беги, беги, беги. О, круто, круто, просто лучше не придумаешь. Гринч великолепен, потому что он ресает наших бойцов обратно, как говорится, да, которые пали в бою. Ну и тут Андреа, это оказывается парень. Может быть Андрей, а не Андреа. Все, 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 тут победа за нами. Сопротивление бесполезно, работает ОМОН. Да. Ну ты сам все прекрасно видел, забираем награды. Наивный Буба.
И следующий поединок. На следующем поединке разыгрывается золотишко. Даже не буду колоду менять. Пока у нас идет все замечательно, не стоит вообще, ребята, что-то изменять. Если будем уже где-то проигрывать, фейлиться, тогда да, стоит призадуматься. Но в данный момент я не вижу ничего такого экстренного, что вот надо менять и все. Хотя, возможно, вот здесь вот, наверное, нам придется. Хотя нет. Цветочный дед, как ни странно, очень живучий. Очень живучий был. Так, давай. Янси за нас побежал, конечно же. Так, вызываем магичку. Это хорошо, что у вражеского отряда нету заклинаний. Потому что вот тут вот скоплище, как говорится, всех легких бойцов можно ушатать одной молнией, одним пламенем, до той же самой лужи яда. И все, они все погибнут. Ну, это арена мастер, как говорится. Это бот, поэтому с ним всегда проще драться. Да что там происходит, я не пойму. Давай, 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 этого кактуса бомбанули. Так, яд сюда выльем. Все, доигрался, допрыгался, так скажем. Так, а вот здесь надо уже деньги приумножить, потому что их тут немало. 214 уровень. Ох, ёк, макарёк. Раз, два, три, четыре. Четыре легенды, плюс стрелок у него. Танки. Мумия второго уровня. Ё-моё, и как мы будем здесь драться? Скажи-ка мне на милость. Какого уровня пятого вы... Да быть такого не может, чтобы он пятого уровня. Ну это чисто донатер, ребят. Ну как он на пятом уровне мог получить столько легендарных, блин, извини меня, карт? Это что там за отряд идет? Всех. Блин, нам бы кого-то захватить бы с тобой не помешало бы, если честно. Так, деда сейчас цветочного уничтожит, к сожалению. Ай-яй-яй. А у него заклинания не было? Я вот что-то не помню. По-моему, не было. Цветочный дед, давай, ты нам тут просто, блин, необходим. Я не знаю, как кто. Есть контакт. Что он, кого там? Блин. Ну, слушай, все равно пока терпимо. Минус. Краба мы уничтожили и... Да выпендрился. То есть легендарные карты ему не помогли. Так что донатер, как говорится, донатеру рознь. Мы с вами не донатим и смотрите, как играем. Довольно неплохо, я считаю, для нашего уровня. Так, ну что, здесь у нас будет сундук разыгрываться. И кто? Вот, вот здесь любовник Брок, это уже серьезный противник. Плюс Мэнни, да, Крот. Но все равно, я думаю, мы здесь выиграем. 12 уровня противник. Меня выручает здесь очень хорошо Гринч. Почему? Естественно, с помощью своего вот этого вот реса, который он делает на наших павших воинов, это вообще великолепно. Так, подожди, не то я делаю. Так, стопы. Что-то у вас тут как-то, по-моему, многовато. Да-да-да, любовник, давай, беги там. Эй-эй-эй. Надо этого... Ух, смотри, что делает, а? Это Мэнни, да, это именно Крот этот паршивый. И он бомбит именно вдаль. Хотя нет, он бомбит туда, куда ему заблагорассудится. Но какие-нибудь будут у нас там сподвиги? Да сподвиги в принципе будут. В принципе сподвиги будут. Потому что ну все. Что он тут сделает? Уже ничегошеньки. Арена мастер 4303 погибает. Вот так вот сделаем с тобой, чтобы он уже никого точно сюда не вызвал. Поинк. Там был такой поинк, и все. И мы его закололи. Так, здесь сундук, да? Вроде бы, или что, или монеты разыгрывались. Непонятно. 216 уровень. Так, здесь кто? Вот. Когда здесь есть старичок, маховичок, тут уже надо быть поаккуратнее, потому что этот старик тоже будет переманивать наших юнитов.
И как ты видишь, у него все-таки посерьезнее противник. 23 уровня, старикашка этот. Поэтому сразу же делаем вот так и погнали. Так, стопы, сказал. Что это? А, это замедляшка, ё-моё. Я думал, это что-то посерьезнее, а? Замедляшка — это ерунда. Ну как ерунда, блин. Так. Не надо. Да что, а, замедляшка. Ладно, фиг с ним, с этими замедляшками. Ай, дед. Востушу, подед. Так, давай-ка мы с тобой позовем, наверное, нашего Гринча. Ну, не надо, не надо. Так, мне бы яд, конечно, бы не помешал бы сейчас. Давай вот сюда яд поставим, потому что если он сейчас будет этих стариков вызывать, чтобы не сразу погибали здесь, в этой кислоте. Ну вот и все. Ни шанса, ни единого шанса мы не дали противнику. И загадочный Раф. 217 уровень. Смотрим, что здесь. В принципе, ничего сложного нету. У него два бегуна, три бегуна, плюс робот, карапуз, ну и старикашка. То есть против вот этих бегунов у нас есть яд. Ну, а старичка тут, как говорится, кто кого передамажит. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо, родные. Тыкс. Так, вот это, наверное, надо здесь вот так вот разобрать. Так, нам нужен... А что нам нужно-то? Блин, дело дрянь. Да давай ты уже как-то, не знаю, как-то передамаживай, что ли. Что происходит? Допустим. Давай, давай, родные мои, беги. Так, яд. Яд еще 3 часа будет откатываться, яд. Так что на него рассчитывать пока не стоит вообще. Но не надо только Гринча мне захватывать. Так, смотрим. Вот, старик, допрыгался. Достал ты просто мне уже там. В корень переманивает моих бойцов, а? Ты посмотри на него. Прекрасно. Смотри, какой отряд мы тут с тобой наплодили. Вот и все. Докаркался. Так, монетки, опыт и загадочный Раф. Остается совсем чуть-чуть. Как говорится, идем на прорыв. 218 уровень. Ага, показывает, что типа уровень сложности такой серьезный, да? Вот этот, конечно, бесявый чувачок, но я думаю, что мы справимся. И у него, не забывай, есть поле, стрелок. Так что против них, естественно, будем применять нашу обезьяну. С отравлением. Угу. Если... Блин. Кого он там... Так, хорош, короче, смотреть на него тут. Вот, бегите вон вместе лучше. За компанию. Вызываем нашу магичку. Что за дела тут происходят, а? Так, дед-алкоголик идет. Что там шаманит, что-то непонятно чего. Опа. Слушай, ну Гринч действительно хороший персонаж. С такой крысой еще на посохе. Так, мы должны здесь с тобой, по-моему, получить... Ага, 60 кристаллов. Розалинда. Ну, а здесь, как я посмотрю, курица у него. Так, и вот это вот... Блин, вот это вот самое бесявое, меня она бесит. Ее надо как-то желательно переманить на свою сторону, что ли. Или
отравление на нее не действует. То есть действует, но очень-очень-очень медленно, скажем так. Угу, здесь мы закололи. Так, попробую вот так вот сделать все-таки я. Так, началось, да? Угу. Слушай, кто его залечивает? Или это он так прокачан, что он... Не пойму. Что вообще тут творится, а? Немножечко не догоняю, что тут происходит. Так, в курицу превратила. Кто, кого, чего там, не пойму. Там кипишня какая-то натуральная идет. С кем деремся, блин, против кого? Я вижу там стрелок. Вот, блин, мне нужен просто яд. Мне просто нужно дождаться яда, и все. И тогда мы вот так с тобой сделаем. Что? Что это вообще? Да, доигрались, короче. Это у нас... Кто там? Вьетнам? Или Вьетнам какой-то был? Не пойму. Сфейлились мы здесь все-таки с тобой. Вот так вот. Хм. Вот он. Как его звать? Витан. Короче, я тебе скажу следующее. Нам надо с тобой брать, наверное, вот этот отряд. Нет, тут деда нету. И тут деда нет. Вот это нам, наверное, скорее всего, не понадобится. Или же... Так, секунду. А давай попробуем с тобой вот этого дракона. Мы его не брали, мы не знаем, на что он способен. Ну, правда, первого уровня. Ну, слабенький, конечно, наверное, будет. Но посмотрим. Так. Поехали. Нам нужен старик. Зачем вот я опять сижу, думаю, вот нафига я сейчас применил яд? Ты серьезно? Такой вот ватный дракон оказываешься? Ну вот опять пошло все не так, как хотелось бы. Да блин, да захвати ты этого, блин, кузнеца-то фигового. Че? Прям вот такая вот проблема, да? Ну, наконец-то. Все, пошло, кажется, дело. Дурацкий дракон, если честно. Вообще нисколько мне не понравился. Я даже не вижу, что он делает. Он идет и все. Тупо идет. Фига у нас там гринчи. А, две штуки. Ну, ну тут мы его массой просто задавили. А нечего выпендриваться, да? Так, монетки, опыт и куранок. Ну и вот мы добрались до 220 уровня. Это кто такой? Что это он прикрывает свое лицо? Это такая прокачка на 10 уровне у него. Кстати, отряд абсолютно на скорости весь заточен. Так что давай, наверное, вот этого дракона убирать и ставить вот эту вот курицу. Она против бегунов довольно неплохо идет. Ну что, поехали. Так, естественно, цветочный дед. Потом, наверное, все-таки придется еще и яд выставлять. Придется еще и яд выставлять. Поехали. Ну, окей. Вот они, бегуны. Бабах. Прекрасно все. Так. Вот я и говорил, что курица очень быстро стреляет, поэтому она контролирует этих гоблинов издалека. Не успевает, просто ничего не успевает сделать, даже подбежать. Прикинь. Врача! Да, врач тебе уже не понадобится, парень. Все. Сундук. Ух, сундучок. Блин, большой, а толку мало, согласись. Ладно, мы с тобой что, получается, переходим на следующий, да, этап?
Что у нас тут вообще? 100 монет. Пошли. Сундук. Так, монеты. Рыжая джина. Заброшенная музи. Наивный буба. Выпадает побольше тина. Кстати, можем... А, нет, не можем, не хватает. И обезьянья кислота. Кислота — это шикарно. Так, друзья мои, открыли новую главу. Роботы, телепорт и этот... Я помню, это зомби с бочкой, да? Который идет и взрывает все потом. Ну что же, на этом я, пожалуй-ка, закончу серию. Обязательно продолжим в следующий раз. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.